Сочи уже вошел в четверку городов-претендентов наряду с Казанью, Севастополем и Грозным на право быть изображенным на новых купюрах. На них может появиться стадион «Фишт» и ратуша «Розы Хутор». Акцию «Сочи» на банкнотах уже поддерживает торгово-промышленная палата, представители национальных общин города и санаторно-курортного комплекса. Общественность убеждена, что это послужит дополнительной рекламой курорту. В Сочи уже проходят многочисленные мероприятия в поддержку проекта, но самые значимые еще впереди. Какие именно, мэру курорта Анатолию Пахомову рассказала его заместитель по социальным вопросам. В рамках предмета «Сочиведение» провести единый урок в сентябре месяце, для того, чтобы еще раз нашим школьникам, сочинцам, а через них родителям, бабушкам, дедушкам, рассказать про историю нашего города, про новую историю, про олимпийскую историю, про «Фишт», про «Роза Хутор», про наши великолепные победы в 2014 году. И вот этот единый урок тоже станет продвижением этого проекта. Хорошо, Ирина Васильевна, даю вам поручение реализовать все, что вы наметили. Считаю, что проект действительно заслуживает внимания, всячески готов сопутствовать и содействовать этому проекту, вот, потому что уверен в том, что это дальнейшее продвижение нашего курорта. Еще одна акция пройдет 5 сентября, когда стартует финальный этап голосования. В этот день в 9:30 утра на площади Флага пройдет флешмоб «Сочи-2000». В нем примут участие 2000 человек, включая участников фестиваля «Новая волна». Ну а проголосовать за Сочи можно на сайте твояроссия.рф. Итоги будут объявлены 7 октября.